В Твери ремонтируют дорогу на улице 2 Грибоедова. Там расположены Тверской колледж имени Кайкова, Институт экономики и управления, педагогический и юридический факультет ТВГУ, а также научная библиотека вуза. Сейчас здесь сняли старое полотно. Также планируется отремонтировать тротуары, бордюры, люки, укрепить обочины асфальтобетонным гранулятом. Также на нынешней неделе планируется начать фрезерование проезжей части на улицах Маршала Конева, Односторонней и Бебеля.